Нас пока не пускают. Стоим. Едет какая-то техника военная. А, вон везут грузовую технику. Вот такая махина везет. Тоже махину. Это техника. Ничего себе. А вон там, ребята, смотрите, прячется. И не заметишь сразу. А стоит там в кустах такой танк. А ты даже не видел, да, Илюх? Стоит танк, вон он зашкеренный такой, красавчик стоит. Стоящий танк. Так что мы попали в боевые действия. Как всегда. Ждем, потом поедем. Ребят, привет! Всем привет! Мы снова в этой луже. Сегодня у нас Мишка, Илюха. Ловим рыбу вот здесь. И Макс с нами там на берегу готовится. И еще, наверное, кто-нибудь подтянется. Мне тут рассказали про эту лужу. Говорим, пусть ловят здесь рыбешку. Пацаны сейчас руками половят здесь. А я пойду на удочку, посижу под тем кустиком. Помните? Там посижу. Да их полно, я вижу. Мутится прямо, мутится. Вода все убывает здесь. Вот-вот ее здесь не останется. Ну как, Илюх, нормально? Нормально. Вот, потихоньку ловить. Сачок Максим вам сейчас сделает. Макс там сачок делает, он сделает. И попробуйте сачком. Идем вот сюда. А купаться вот здесь маленько споласкивается, где-то посередине, там чуть поглубже. Но я пойду, ребят, туда под кустик. Миша, смотри, уже поймал, видать, карася, рассетку взял. Илюха там с ним ловит. Ну, а Макс тут распутывает сачок. Будет ловить сачком или Макс, ну, решат там сами. Но я, ребят, попробую под этим кустиком. Здесь рыбка всегда стояла, хорошенькая. Помните, какой карасик здесь был? Сейчас попробуем половить здесь. Будет ли он клевать, не будет? Сейчас посмотрим. Смотрите, как мелело здесь вообще. Даже не стоит поплавок. Давайте попробуем здесь сначала. Ну попробуем сейчас, везде половим. Смотри, даже поплавок не стоит. Что за дела такие? Такой степени омелело, что ли? Какая вода вообще уйдет здесь? Она прям заметна, как она здесь уходит. Ну, ладненько, половим, ребят. А то на сороке караси так и пасутся. Видно вам, ребят, вон. Так и пасутся. Целая куча. Туда-сюда. Но там почему-то не очень крупные, но целая стая. Как дела? Нормально, нормально. Поймали хоть что? Я поймал одного карася, Илюха пока нет. О, Макс нам сачок сделал. О, был. Пробуйте сачком. Макс, сачком пробуй. Заходи прямо в шортах, Макс. Не бойся, я желаю. Здесь хорошо купаться. Вот здесь, Макс, здесь нормально, я сам попозже скупаюсь. А здесь маленько от травы, будешь грязноватым, как Мишка, вот такой, чертенок будешь. Прикольно, да, пацаны? Да. А Макс, он с очком. Вот, Макс, и пробуй, только надо искать места, пробовать везде. Мутить, ходить, ходить, и, возможно, по несколько штук будешь ловить. Прямо здесь, прямо здесь будет. А, да. Они, да, бывает так ловят, по ногам чувствуешь, как они ходят. Вот, Макс, где они прямо там мутят, прямо зайди, прямо промеж них и попробуй провести. Или вот здесь они уже намутили. Прям попробуй, проведи туда. Раз, шустрее, смелее. Раз, 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 раз. Они успели уйти, резко. Нету. Видишь, они как караси, тоже хитрые. Был, Илюх? Ну, прям крупный. Видишь, тяжело здесь еще выловить. Прям крупный. Вон, Макс, слышишь, у них там крупный, говорят, иди попробуй в той стороне. Ну, прям мочи тапки смело, не бойся. Скупаем. Есть, есть, поймал. Поймал? О, Мишанька поймал. Хорошего, да? Ну, да. О, ловец. А где мой сачок? Ловец. Понял. Илюха, Мишанька тебя облавливает, да, походу? Да. Сейчас наловчись. Ловчить. О, Макс, у Макса прям пролетел над сачком. А видишь, как сачком? Не так просто и поймать. Кажется, что вот сейчас сачком проведу или чем-то сетью какой-нибудь бреднем и поймаю. Нет, ребят. Здесь только удочка или руки. Вот что здесь рулит. И вас тут всех облавливают. Но сачком можно попробовать, конечно, там, прямо где, Макс, я говорю, купаться будем. Походить там на глубине, потому что там я наступал, туда раз ходил, там крупные прям ходили. Сачком нужна смелость. Прямо заходить, лазить. Тут был. Ой, они здесь полно. Вода вот уйдет, здесь уже видишь, как перешейк, пересох, все. Считай, здесь им уже деваться некуда, вот. Опять поймал. Еще одного поймал. О, гляди, ребята.
Ты, Мишка, даешь. Ладно, посмотришь, что у тебя в сетке будет, потом покажешь. Пойду, ребят, я на удочку туда ловить. Как я ничего не поймал, ни одного илю? Макс поймал там с очком, ребят. Ловят. Илюха поймал, смотрю, бежит, довольный. Пацаны здесь счастливые, для них это счастье, такая лужа. Свежо, на улице сейчас, знаете, сколько, 35, по-моему, каждый день-то, каждый день, жара. Вообще, ни дождика, ничего, посмотрите. Ни одного просто облака, просто ни одного облака. Пацаны счастливые там полазить в этой луже. Их там кишит, карасей, просто кишит, ребят. Ну и пусть пацаны наслаждаются. Рыбалкой. Когда так еще половишь? Таких луж еще нет, не найдешь. Это одна вот единственная такая лужа. И Максу, смотрю, нравится. Серьезно, серьезно, мне нравится. Пловцы-то. Есть, ребят, мой первый карась. Мой первый карасик. На удочку. Повел-то как. Ребят, поднять не могу. Блин, да что такое? Второго пускай, поднять не могу удочку. Офигеть, вот это он шустрый. Повело, ребят. Опять ушел. Да что такое будешь делать? Что за караси сегодня хитрые? Папа, ты крупный! Мишка там отхватил. Круп. С очком. Мишань, можно с очком, пожалуйста? Вы по очереди ловите, по очереди. Молодец. Мишка опять рыбак сегодня облавливает всех. Вот, ребят. Рыбалка уже в крови, что значит. Ни Макс не мог поймать, ходил, бродил, ни Илюха. А этот отхватил, да какого-то крупного, говорит. Потом посмотрим, ребят, что там у него за крупняк. Покажи, Миш, покажи нам. Ну, вроде. Прямо оттуда покажи. Ну, ладно, потом посмотрим, ребят. Что там у Мишки за карасюга. Хороший вижу, хороший. Ребята, у меня положило. Положило. А, блин. Ну, выходи, выходи. Вышел, вышел, ребят. Хороший, видите? В кустиках. Их. Что мне сегодня уходит, ребят? Хороший, я опять ушел. Что-то мне сегодня невезуха. Положил, ребят. Опять ушел. И это невозможно, я купаться. Какая жара, да? Фух. Хорошо, ребята. С карасями вместе плавать. Ух ты, это ямка. Я попробую поймать руками. Лови глубоко. Нет, здесь нету. Давай к нам, руками. Я даже плаваю, а здесь глубина-то какая. Ух, с местами. Местами пора. У меня там утишь воду, здесь будет рыба еще больше. О, так хорошо освежится. Вода холодненькая здесь. Фу, ямка. Попробуем в коряшках. О, был, ребят, ушел. Вон, сзади прыгает. По ногам, под ногами. Поймал. Ух ты, какие здоровые здесь. Блин, ушел. Глубоко. Да что ты? Что-то не прыткие.
ты полно, прям друг на друге. Друг на друге. Прямо ловлю. Вот здесь, Макс, друг на друге. В корягах этих. Да были крупные какие-то. Все равно крупнее, чем я, пап, не поймает. Я ж понял. Фу, хорошо-то как, бежит. Такая жара, вообще. Потащил. Хорош карась под кустиком, хорош. Вот такой, ребят, красавчик. Под кустиком они вот такие подавятся. Вот там тоже они есть в кустах руками, но я поймать так и не смог. Миша у меня профессионал руками, а я на удочку. Жаба пристала по плавку. Ну-ка, встаньте, еще лапами своими обнимает его. Где тут жаба? Я же не вижу себя поклевки. Чего пристала к поплавку? Ну-ка иди. Проваливай по своим делам. Обняла меня там его. А мне повело ее, ребят. Ух ты, ушел. Из-за жабы все. Негодница. Жука плавунца. А тут кого только нет, и жуков. И плавунцов, и всех. А эти нашли себе баклушу с карасями. Ребята тем временем сидит. И хороший сидит. Блин, да тихо, не заводи. Вот, ребят, видите, какой хороший попадается здесь в травке. Ну, надо караулить его. Караулить вот такого красавца. Сейчас. Перекус? Да. Легкий перекус. Ждем папку Илюхиного, да? Да. Сейчас загоним, пусть руками ловит рыбу. Перекутим и в бой. Вылавливать карасей. Вода еще у нас есть, полторашка, если вдруг что. Миша какой-то чумазый. Ну, покажись нам. Илюха, он почище, хоть тоже лазил. А именно Миха чумазый. Ну, давай посмотрим, что у вас там с рыбой, кто больше поймал. Вы или я на удочку? Да? Нет. Вы? Ну, наверное, мне тоже кажется. У меня что-то плохо клюет вообще сегодня. Ну, вы перекусили, да? Угу. С водой аккуратней. Бутылка еще есть, но... Да. Аккуратней. Ладно, пей. Я больше не хочу. Ну, так... Что? Давайте доедать и погнали вперед. Нас ждут великие дела, ребят. Ну вот ваши стихи, ребят. Че, идите ныряйте. Пойдем покажете сначала мне рыбку. Что вы там поймали. Интересно посмотреть, обловили ли меня или нет. А? Ну-ка. Здесь карася еще полно. Миш, покажи, что там у тебя. Ох, у Мишки тут. Нифига ты какого карася хапнул. Я такого и не ловил еще. Это я с очком. Еще ни одного, ребят, смотрите какой. Хороший, я таких не ловил, крупный. Так, у Ильи что? Тоже нормально в пакете, да? Ну ладно, не вытаскивай, так пока посмотрим. Все равно сейчас опять уберешь. Молодцы. Продолжаем ловить, ребят. Вон, и у Люхи ничего. Ну тоже крупный, да? Тоже покрупнее, чем у Миши, вот эти некоторые. У Мишки один отличился. У них много крупненьких. Вот еще нормально. Ну давайте ловите, я пойду на удочку еще посижу. Ждем папку Илюшкину. Червяком надо взять. Что хорошее подал. Молодец, да. На сушечку маленьких впустим, а крупных мамки пожарит, да? Макс не пошел, говорит, я похожу на руках там около машины. Я говорю, ну давай. Ну, только одежду здесь не бросайте лучше, а то будет грязно. Потом машинами я таких не пущу. Будете за машиной бежать следом.
А я глину. Все, первый пошел. Пойдем, Илюх. Первый пошел, второй прямо вместе с вафелькой. Второй пошел. Ты на вафельку прям запустил ее, они напрыгали. На руки нацеплял их, и все. Я выловил. Давайте, ловите. Сазан. А меня, смотрите, куда-то тащил, пока мы там кушали. Кусты, и походу там сидит. А я прям по леске вытащу. Вот так вот. На лесочку, а то получится мне еще вытащить. Походу там сидит, сидел, я сейчас шел. Может, уже ушел? Не пойму. Не пойму, ребят. Сидит. Пока еще сидит. Запутал, гад. Хитрый. И хороший карась. И хороший карась. И не под корнем. Вон какой. Вон какой, ребят. Нормальный карась. Ладно, пойду отцеплять. Тут зацепил, тут мне все. А эти опять в своей стихии. Поймал, Миш? Поймал? Ты поймал? Не, я почти. Там в деревьях тут. Лазить надо. О, поймал. Спасибо. Почти, почти. Вот здесь прям рядом со мной. А ты хочешь хороший? Ой, ушел. Поймал, упустил. Вот здесь много их, Илюха. Илюха говорит, каждый день буду приезжать сюда. Так что, ребят, детям здесь просто раздолье. Времяпровождение такое шикарное. Ну, пока. Пока рыбка есть. Такой вот попался. Червячки маленько у меня сварились. Поклевывает похуже, но поклевывает. Илюха уже с головой ныряет, чтобы поймать. О, ребят, у меня положил. Положил. Ушел. Да что ты будешь делать? Илюх. О, хороший у Илюхи вытащил. Хороший. Ребят, это какое-то счастье. Туча оттуда идет. Не знаю, дождь будет, не будет. Но туча идет, даже гремит. Хотя вообще не передавали. И не передавали еще всю неделю никаких дождей. Ну что удивительно, что-то там гремит. Это будет хорошо, если пройдет дождь. Он очень нужен. И ветерок даже раздувается. Возможно, будет дождь. Будем надеяться, а может, пройдет мимо. Тут хороший. Хороший какой вид. Карасик. На обрубочке червячка уже ловлю. Смотрите, какой. Шикарный красавчик, вообще хороший. Такие нормально. Жарешку-то в кустики забросил. Положила. Ушел, блин. Блин, блин, блин. Тут надо найти его, ребят, тоже. Кидаешь, кидаешь с места на место. Вот полно здесь, но не везде клюет почему-то. И не весь клюет. Клюет какой-то такой крупненький. А мелкий нет. Ну что, интересно. Поклевки, поклевки. Опять ушел. Да что ты будешь делать-то? Макс, ты у меня разрыбалился. Уже поймал ни одного. Вернее, поймал уже несколько штук. Молодец. Разловился. Хорош, 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 хорош. Карасичок. И такие стандартники ловятся такие, пока вот такие. Ладно, ребят, будем на сегодня рыбалку заканчивать. Хватит, хорош помаленьку. Ну вот, что я сегодня поймал на удочку. Неплохо, неплохие караси, смотрите, хорошие караси такие. Нормально поймал. Вот это как раз на жареху. Переберем, помельче посушим, покрупнее пожарим. Поймал, поймал. О, Миша еще поймал. Ну все, ребят, на этом будем заканчивать. Всем пока и до скорых встреч, увидимся. Всем пока.
рыбака никак не вытащишь.